Многие мужчины теряют рассудок в обществе прекрасных женщин. К счастью, японские исследователи уже занимаются этой проблемой. И, возможно, им удалось найти лекарство, способное блокировать мужской порыв, пишет специалист по инфекционным заболеваниям Newsweek. В ходе эксперимента исследователи давали одним участвующим мужчинам антибиотик миноциклин, а другим плацебо, после чего им показывали фотографию красивой девушки, якобы находившейся в соседней комнате. Какова была реакция мужчин и что является лекарством от красивых женщин, пишет сегодня Daily Beast.